там, где синеглазые. Да. Дюна. Был я там кем-то из местных был. Спросили, почему у Моны настроение такое. Я честно ответила. И На честно меня получила, наорали. да. Вот зачем мне Кто вообще, тебе еще? ребята, с вами разговаривать? Мон, ну как надо? Чему ну, тебя на Дюне Дюне учили? Что Громко надо? молчать. Вот ты прекрасно это 2 часа делал. Молодца. Ладно, Миш, смотри, Не что, вот, кричи. Что там было после войны. Я не зря спрашиваю. Как всегда. Да, ну как в карантине планета. Угу. Дальше я на этой планете был в карантине. Что за карантин? Ну, абсолютно не взлететь, не приземлиться. Угу, почему? Да, как геноцид ждут, чтоб вымерли. Давай чуть улучшим, упростим момент смерти Моны. Там это почувствовали все, там все экстрасенсы, скажем так, были. Ибо синеглазые. Не знаю, блокирует мне что-то. Я не могу эту информацию выдернуть. Круто. Почему? Только тебя? Либо всех синеглазых? Похоже, что у всех там магия какая-то сильная. Угу. Семью Муаддиба видишь? Не знаю, сейчас вижу только пещеру с озером, где по стенам, по камню вода стекает. Такое впечатление, что воду трогать нельзя, может, отравлена. А что это было за вода? Да чтоб пить, Илья. А почему она отравлена? Она всегда была отравлена? Туда же пилим, как всегда. Да. Вот Смотри, именно в этом что месте. изменилось. Да.
Да вот что-то связано с водой, что-то туда добавили, Угу. что блокирует. Правильное ощущение сенсорика. Угу. Почему воды не было на поверхности, смотри. То, что там песок, он впитывал ее. Песок ли? Измельченный минерал. Угу. Там же технически очень развито все было. Пробурить вообще не вопрос. Бурили. Смотри, что происходило дальше. Вспоминай. Точнее, вспоминай. Ну, не знаю, как там варить, там червяки живут, они все ломают. Что там варить? Там будешь. Тем не менее, скалы и все прочее можно было вывести. Ты же скалу помнишь, и в скале вода. Значит, можно вывести. Трубы есть. Есть такое понятие трубы. Поскольку даже межгалактические, ну, межзвездные точно были. Блин, вот не знаю, я, наверное, в свое время в Дюну переиграл, что у меня сейчас краулер в опасности. Леталка. Ты с Молодивом контактировал? Смотри, когда была блокада Муад'Диб, где был, на планете либо вне? Да, на планете. Смотри дальше. Скорее всего, поэтому и блокада была. Угу. Не поймать на планете не могли. Угу. Смотри, Заблокировали блокада, планету. что было? Она когда-то закончилась, либо она вечная была? Да, они ее захватили. Паразиты. Кто именно? Там содружество, а одна раса, которые не могли, какие-то сопли, которые не могли находиться там, они как управляющую функцию выполняли. Одна раса именно, которая высаживалась и занималась зачисткой и подавлением несогласных.
Угу. Как долго это длилось? Что дальше было? Вот высадились они. Что у тебя вокруг головы сейчас происходит? Кольцо какое-то из дыма. Угу. Что это такое? Сенсор чей-то. Копай дальше, чей? Ну, чей? Евреев, чей? Кто на меня нападает? Евреи Тыкай нападают. пальцем. Ждите на евреи. На дюне нету евреев, не было. Там ведьмы. Угу. Сильные какие-то. Угу. После того, как они высадились, туда все глючить начало. Сначала не сильно, потом сильно. Что-то они делали там или... Поэтому и воду, скорее всего, пить нельзя было, потому что... Кольца такие, без, скорее всего. Ты опять гадать начал. Не надо. Смотри, что это кольцо, откуда пришло. Из империи, из какой-то. Угу. Да. К тебе или еще к кому-то такие кольца посадили? Много Угу. кольца. Вот смотри этот сценарий, что они высаживаются и все зачищают. Это тебе кольцо подсказало, либо это так реально было? Не пойму, кольцо скорее. Иллюзия. Угу. Тыкай палкой. Сломай кольцо вместе с теми, кто это делал. Кто это делал? Да, баба лысая. Она полностью лысая. Либо как-то. Сзади волосы есть, а сверху виски, лоб лысый. Угу. Да, либо полоса волос, либо наоборот полоса выбрита. Там как-то по выбритости какие-то ранги, статусы. У нее тоже такое кольцо, она туда шепчет. Угу. И оно как-то на меня воздействует. Сразу одновременно, как она это делает. Угу. На всех подавляют все воздействия. Сломай ее и кольцо нахер, и хватит.
тратить время на этот бред. Поможешь всем заодно на планете. Еще одно кольцо. Петля. На Муадибе такое кольцо есть? Было? Снимай. Что еще на Муадибе интересного? Снял, но она на нем не работала. Она пыталась его подавлять, но эффекта не было. Да. Так, сбоку чуть-чуть вот так. Не так стало, а вот так. Сбоку. Ну, еще некоторые концепции были. Ладно, я к чему. Смотри, семья. С сестрой Муадиба общался. Да, к этому он. Сестра. Не знаю, но она рядом. Вон рядом, Сестра. да. И сестра рядом, смотри. Более того, они дружат. Наверное, дружит. Это заявление было неуместно. Я просто делала все, чтобы тебе помочь. Что за заявление? Что вы дружите с сестрой? Да. Ну, было бы хуже, если бы не дружили. Я так думаю. Это было сказано с явным контекстом. Насчет контекста. В каком я был состоянии примерно 2 дня? Миш, глянь. Болел, что ли? Не то слово. А почему? Да как отравился? Или отравили типа? Чем? Смотри. Как без сознания ты был. Бусинкой какой-то, я не знаю, но я же не думал, что там мышиная трава была. Наш что-то специфическое. А кто мне дал бусинку? Такую штучку. Судя по тому, в чем она завернута, была женщина, это какой-то кусочек интересной, дорогой ткани, сверток. Почему это принял? Когда это было?
вообще не идет информация, что за женщина, в какой момент, почему А почему это не идет? Смотри. ты везде, а? Чё там такая крутая? Твоя женщина? Чё ты не можешь, да, её расхреночить? Как мать или тетя, кто-то по крови. С чего я сестру вспомнил? Напиши сестру. Она из ордена ведьм тоже, да, сестра? Оттуда и бусинка. Но ощущение, что она полностью не знала, как она сработает. А почему она? То есть она знала о ней, да? Какой момент она дала? Что со мной происходило? С Мальдивом, то есть. Ну, когда тебя выключили, она испугалась. Там шаманы в тебя или шаманки пытались заглядывать, ну как в твое сознание? Что происходит, определить? Ну, это да, мир такой был, все были шаманами, шаманками почти. У тебя внутренняя борьба какая-то шла. Такое по ощущениям, как сам себя пытался убить, но не получилось. Или кто-то, проникнув в меня пытался убить мною же. Не знаю, А вот ну, смотри, я тебе почему. говорю, что какая информация у меня, что ты сам себя пытался убить. Да, когда? Смотри, почему, что за программа? Все верно, по-своему, да. Карина, знаешь, что за программа? Ну, когда ты очнулся, такое ощущение, что ты постарел на 1000 лет. Все-таки ты сам себя убил, либо кого-то в образе себя ты все-таки прибил. А что это ты видишь? Что за момент? От чего я очнулся? Домой она тебя вытянула или с того состояния. Что было за состояние? Состояние лабиринта и борьбы, постоянной борьбы. Оно до сих пор частично бывает. Накрывает. Просто. Именно лабиринт бесконечный. Да, тогда еще действовали пара ящичков из фиолетового и Как роевого. замкнули твое сознание, хоп, капсулу и В замкнули. А любом там случае. внутри в этой капсуле бесконечно, с внешней стороны она ограничена, а с внутренней она бесконечна. Сейчас у вас... Это он ящичек увидел. Или я просто смотрю, куда он смотрит. Он на А. ящик смотрит. И опять убежал. Немножко убежал. Да. Но это правильно увидел, но Да, это... надо попить, да. Все верно. И Мону ты увидел с ордена, видимо, они там все. Бене Гессеритки. Тут твердо. И Мурада, Мурада, то есть Мурада.
Блин, тут твердо я так Да вообще произвела. тяжко. Что? Ой, бедняжка. Да я просто Миш, произвела на диван, и тут я твердо. понял. Да. Да. А где жопа? Для Мона, где мягкости. жопа? Да. Ты зачем жопу в холодильнике хранишь? Доставай, прицепляй. Видишь, не гордо, я же и показать могу, где жопа. Так, Миш, ты Но мы не немножко не удивимся, туда ты думаешь. скользнул. Мысли чуть-чуть не туда увидал. А, это ящичек. А вот именно состояние, в котором я был на Дюне. Смотри. Там тоже было интересное состояние. И оно косвенно или прямо связано и с водой отравленной, и с сестрой, и с вторжением на Дюну. Ну, какое состояние? Ну, хороший такой. Грамотный. Да, громадный. Кто? Смотри. И вокруг. Что или кто? Дядьки. А на физике как эти дядьки выглядят? Хрен его знает, но они красные, жгучие по энергетике. Скорее всего, спецы какие-то, именно солдат. Давай без логику выключи. Все верно видел. Наверное, уже закашлялся. Знает он этих дядек. Видала. Да. Смотри, энергетику, размеры, форма, функции. Сколько их было? Двенадцать. По ощущениям, жуки это. Или он смотрит то же, что и смотрел Илья. Все правильно он видит. Ящичек и жуков. опять. Да Да. подожди ты с жуками. Ну вылез я Он... из роевого ящичка, вылез. Все. Это было до даже зеленой планеты. Да, Мон организовал открытие этого ящичка. Молодец. На Дюне. Ну что, на физике все замотаны, точно так же, как и все, у всех синие глаза. Только поле у них жесткое. Они работали как щит от ведьм, тебя защищали, закрывали. Вот именно с этой энергетикой почему-то ведьмы не сильно справлялись. Что это за энергетика? Она у всех была, либо она потом Не у всех. приданная, скажем так. Ты знаешь, как, но в том времени, как после ритуала какого-то полученного, как посвящение. Такой Это был ты у людей вокруг. увидел энергетику такую? Да, как каста какая-то. Ну, типа спецназ, да? Да, это побольше, чем спецназ. Он один армии стоит такой. Там только люди воевали, компьютеров нет, и с собой люди воевали. Потому что психикой могли заглушить любой комп и остановить почти любой взрыв. Воевали люди своей силой. Там магия и кинематика. Да, вибрации, подавление. В основном холодное оружие и... Да, поля силовые были. Документальная книга. Холодное электромагнитное огнестрельное.
Ну, Потому что можно такого, что подавить взрыв. То это примитивно. энергия взрыва не использовалась. Для толкания нет. Ибо это говно только для нас оставили. Нам даже красную ртуть не показывают. Не говоря о том, что более продвинутые вещи есть. Нам пистоны не разрешают носить. Не говорю уже там о красной ртути. Нам даже вот эти примитивные пистоны не Ну, дают. вспоминай ту силу, пускай ее сейчас, которая была у тебя. Я себя хреново вижу. Я себя, если вижу, я себя вижу каким-то чмарем постоянно. Почему-то не знаю. Ну, все мы там чморями были, не переживай. Я Потные, так точно нет. засаленные. Ты нет, ты красавица. Ты не такая, вот все остальные такие, да? Другой стороны, как иначе, да? Без вариантов, никак. Да, воевали, тоже командовал кем-то я там или... Аналог дивизии. Не армия, но дивизия. Неважно. Банда, я бы сказал, это Ну, блин. не дивизия, это Там такой банда. четкой дисциплины не было, да. Ну, И толпа. вообще, да, банда. Воинов. Мурада. Мурадиба. Вспоминая рубли на певучий язык, на вибрациях все. Меня больше интересует, смотри, вот была небольшая война, потом что произошло? Условно уход Моны, и что дальше было? Да такое стойкое ощущение, Илья, что нам там наваляли. Вот каким образом, я пока еще не могу увидеть. А кто и почему? Какие-то сопливые структуры, как слизь. Мокрые. Ну это медузки потом роевые начали влазить, да, через Бенгиссерит на помощь вызвали. Это другое. До того, как наваляли, смотри. Когда начали валять, Муаддиб был на планете или нет? Его не было. А где? На каком-то корабле большом. Но не с друзьями. Тебя как украли оттуда. Думаешь? Сам, что ли? Смотри. Куда я улетел с планеты? Зачем?
Договариваться. С кем? Да хрень не пойму. Как должны были быть союзниками. Смотри, император, что с ним? Врали, на самом деле врали все. Ну, естественно, гильдия, им лишь бы спайс был. Без него там ни у кого ничего не могло быть. Почему спайс так важен был в той вселенной? На базу для телепатии, чтения мыслей. Еще. Ну, соответственно, сила, молодость и так далее. Ну, что еще? Меня по ощущениям как фундамент власти, как он Да. власти. Да. Почему? Как золото в нашей финансовой системе. Круче. Золото убери и ни хера не изменится. По большому счету. Платина там. Тугрики эквивалент условный. Там, знаешь, как механика той реальности как-то опирается на этот минерал. О. Что-то, какие-то он сверхвозможности, да. В том числе и по перемещению в пространстве. О. Кто отвечал за перемещение в пространстве? Ну, как точки телепортации, открытие этих точек телепортации. Вот и Кто как-то они открывал и как? помощь. Зачем спайс нужен для этого? Ну, судя по книге, были там мегамозги. Ну, астронавигаторы, фиг с ним. Вот смотри, как они это делали. Я не пойму, а так как можно рассказать тук-тук-тук-тук, я не умею. Не пойму, они как выходили в другое пространство и конфигурировали дыру. Прям Да. просто делали дыру. Да, выходили своим сознанием, где нет Как вы меня, ребята, пространства любите? времени. Ты-то при чем? Вы так как Мона, я не А, умею. он Конечно, завидует, видишь, любим Мону. завидует, конечно же. Завидую. Ты же не понял, да? Или я правильно определил, я позавидовал. Ну так, по-хорошему. Ну и да. Так, смотри. Я же не просто так мучаю, это тебя. Еще, скажем так, какие виды спайса были на Дюне? От фиолетового до зеленого. Веществ. Не цвета, цвета, да. Вот, а еще. Я прошу прощения, ребята, я вас минут через 10 переберу, я Да, давай. до звонка Хорошо. да, Давай. добавлюсь, хорошо? Я понял, по воздействию. Угу.
Ну, по уровню воздействия от просто эйфории до уровня телекинеза, уровня управления энергией. Помимо твердой материи, еще жидкости были какие? Они тоже из червей. Это что, кровь зародыша червя? Жидкость. И вот смотри, что-то вроде околоплодных вод. И что, какие жидкости как использовались? И почему сила в них была? Да потому что механики Вселенной там другие, поэтому там та хрень, которая там что-то значила в этой Вселенной, она вообще ни хрена никак не будет работать. Другая плотность, Вот другая там энергия. почему в червях вся сила? Чем был червь в той вселенной? Это чистым спасением был фиолетового уровня. Чистая сила. Почему? Тем более вода. Хрен его знает, но уровень воздействия, ты когда нажрешься этого спайса, который в черве, ты каждый камень чувствуешь, ты становишься планетой, она становится тобой. Можешь управлять. Круче айваски, да. Да, можешь управлять камнями на другом полушарии. Вот почему так? А если водички выпить? Можно стать астронавигатором без корабля. Сколько выпило водички людей и выжило? Никто не выживал. Кто пробовал, никто не выживал. Почему? Не возвращались. Почему? Откуда? Уходили как в подпространство и не возвращались, а то не могли найти Ну, на выход. уровень чего выходили, ты смотри. На уровень Тора. Кона, да. Соответственно, вернуться мог только кто? Я не расслышал, извини. Соответственно, вернуться мог кто только. Ну, кто? Тот, кто знал дорогу. Ко. Вот. Тот, Но кто при этом дорогу не смотри, знал. вода, которая была водой ниже уровня, скажем так, сознания червей, которые с силой работали, она была водой. Только ее поднимали на уровень, тот уровень, на котором черви ползают. Она переставала быть водой, как даже испарялась. Исчезала. Я понял, почему она водой только в пещерах могла быть. Она просто в силу переходила, преобразованная полем червя. Пещера как контур, как все сказали. Ну, скажем так, выше, ниже это вода. Потом ее черви в себе забирали, потому что, ну, вода это тоже сила своего рода. Она и тут не просто вода, а много Ну ты что. же там общался с червями, они тебя слышали. Вот, а теперь к вопросу, почему вода даже в пещерах стала водой червей, то есть ядом для обычного человека. Что произошло?
Хрен его знает, физика камня не поменялась. Пещеры. Физика воды. Да, но концентрированную энергию перешла. Почему? Границу убрали. Почему? На уровне энергетики черви выпивали только, ну, там, плюс-минус 50 метров. Границу убрали для того, чтобы больше спайса можно было дергать с планеты. Думаешь? Жадность. Думаешь? То, что там невозможно стало выживать, тоже никого не было. Соответственно, и весь спайк добывать невозможно. Невозможно. Это глупость, жадность. Почему ты так Сделали это думаешь? ведьмы. Как ведьмы могли это сделать? Ты сейчас начинаешь гадать, уходишь. Тебе ответ пришел, ты его не принял. Начал юрить. Почему ты тогда не принял этот ответ? Знак. Там она сделала, да? Смотри. Чтобы никто Мона не в тот смог. момент была жива? Была у нее сила для такого? Это вообще женское? Чтобы в масштабах планеты всю воду обернуть в силу. Это чье сознание должно быть? Что за червь такой? Так мы глядел только черви. Что за супер червь появился? Это он сделал. Ты это сделал, да? А вот почему? Зачем убить все население? Прекратить производство спайса, вообще уничтожить спайс как явление. Ты империю разрушил этим. Ну, смотри, когда я полетел-то в дворец императора. Тебя в заложники взяли. Кого? Тебя. Почему ты так думаешь? Ну, что вокруг только агрессия. Там друзей у меня нет. Это обычно мое состояние.
Ты от хотел от императора получить слишком много, чем больше, чем он мог тебе дать. Больше, чем он мог себе позволить. Вопрос, зачем такой ультиматум с твоей стороны? Ты же прекрасно понимал, что он не пойдет на эти условия. Потому их и выставил такие, чтобы он их не принял. Что было дальше? Через маму пробовали, через твою, да, работать. Она как и Мона Бене Гессерит, да. И с Марией сестрой. Ладно, с императором надо закончить. Что там было? Что было? Закончилось это, когда ты сказал, что ни один имперский корабль не приземлится на планету. Да это понятно. И вот потом были переговоры. А потом ведьмы начали тебе голову скручивать. Ну, пытаться, да. Ну, иногда даже почти получалось. Ну, это ладно, это все херня. Император сколько после ультиматума прожил? Я не вижу, я вижу жил. А границ не пойму. Короче, недолго, это как адренохром. Без спайса и долго. Ну, и это тоже без власти, без всего. Родную планету, видишь, там три планеты, четыре интересных. Это родная планета Бене Гессерит, родная планета, скажем так, Императорского дома, где дворец. Ну, Дворец умных людей, Артус и ментатов. Харконнен, Нет, это великие дома, скажем так. Атрейдис и Харконнен. Нет, есть еще планеты типа независимые специализации. Вот смотри, где император жил, что там было на планете интересного в это же время примерно. Не понимаю. Мне уже надоело смотреть. Верю. Расхреначил я. Ты я к чему? Каким образом то, что я изменил воду, связано с тем, что я болелся отравленный 2 дня здесь?
Ну, ты когда с другого пространства границу поднимал, конечно, ты выхватил. От этого я, когда мы смотрели тему в феврале, отошел, сейчас другое накрыло. Ты как держал ворота открытыми, через тебя все шло. И это тоже. Это мелочь. Сестричка почти убила меня. Тогда, хотя уже было. Вон на чем она так отреагировала, когда сказал, что они дружили. Мону задел И такие только. моменты, когда ты с ней стебешься, она остро реагирует. Они сильно дружили. Это же сестричка. Понятно, что у нее там память, поколение и все прочее, но тело 5-летнего ребенка. Они как сестрички были. Типа. И она очень крутая была, я ей был открыт. А вот почему она решила по мне ударить? Куда она дальше пошла после смерти, смотри. Сестричка. Добро она пошла, Илья. Сука. С моей силой и с много чем. А я и путь этот не закрыл к себе. Вот все, что она творила потом. Смотри, где она потом была. В Америке. Одна из тех, что здесь были с Дюны. И она все видела, все знала. И долбала меня тут. Верно, служа королеве. Ну, сейчас, если пытаюсь на нее настроиться, ощущение, как, знаешь, прошлогодняя жвачка, раскатанная на горячем асфальте. Ее уже Такая, нет. такая липкая, бесструктурная какая-то. Как вот ее какая-то информация в рове еще осталась, а ее уже не смотрю. Да, Еще да. души нет След даже. есть, как адрес есть. Я ее уничтожил. Смотри, когда. Какой из 20 с лишним раз смотреть? Ребенок устал, я понял. Давай просто поболтаем, Да, поматюкаемся или еще да что-нибудь. нафиг. Как только серьезно, не с бабами трындеть об жизни простейшие задачи, только более-менее серьезно, ты солдатский принцип. Подальше от начальства, поближе к кухне, да. Ну ты же сам не прокачиваешься. Ну ладно, перерыв.